На самом деле каждый делает свой выбор, каждый выбирает себе путь и профессию, но ни одна профессия не стоит человеческой жизни. Никто не вправе лишать человека того, чем наградил нас Господь. Никто не имеет права убивать, да, и надо всегда договариваться по-хорошему, искать мирные пути и объединяться, не воевать по разные стороны лагерей. Всегда нужно объединяться. Вместе мы всегда можем многое. И надо приложить максимум усилий, чтобы сейчас этот конфликт как-то сгладить, чтобы больше не было жертв, не было вот этих трагедий, кровопролития, и чтобы максимум решить этот конфликт мирным путем.